Здравствуйте, уважаемые коллеги! От моих пациентов стали поступать вопросы по отбеливанию. И той информации, которой они владеют, они черпали из интернета. Но самое страшное, что такую чепуху рассказывают им и стоматологи. И это ужасно, потому что от своей некомпетентности по этому вопросу они пациенту дают неверную информацию. Поэтому на своем вебинаре я хочу расставить все точки над «и», рассказать все о современных методах отбеливания, о мифах и реальностях, о принципе отбеливания, о протоколах ведения, о противопоказаниях и показаниях. От нас, как от специалистов, пациент хочет узнать полностью достоверную информацию. Меня зовут Жидких Ольга. Я гигиенист с 20-летним стажем работы в клинике. Отбеливанием занимаюсь достаточно давно. Училась у высококвалифицированных специалистов. Именно у специалистов, которые напрямую занимаются проблемой дискалорита зубов. Приглашаю вас на свой вебинар.